Веселые минутки, ребята. 10 партий без поражений. Ты там настучал себе по лицу? Все по щекам. По Так, щекам. все, отлично, отлично. А Хорошая разминка. 1,9. Превратим его в радиоактивную пыль с помощью Фирцева-Фимцева. Ice Manius. Mansion. Mansion. Какой-то волшебный. Так, это что за маневры против знатока Пирца? Так, но соперник достаточно весело играет. F5. Начали А6. Так, теперь с спокойной душой F5. Теперь грозит вилка. Я думаю, он не будет защищаться от нее. Так, нет. Ну, прослабили поля. Но грозит на D5, грозит E4. Богатая фигурная игра. Заберем. Коняшка должен влезть на E3. Идем сюда, на E3. Ну, не обязательно. В скором времени коняшка на E3 зарешает. Ладно, пускай уже. Нет, ну правда, пешка отпадет. Нет, почему мы вцепимся в нее? Не знаю, что теперь делать, она умрет. Мы вцепимся в нее. Я не знаю, как мне цепляться. Да, это была ошибка. Но мы рубим флаг тупо. Все-таки это разминочная партия. Первая из 10 побед. Да. Так, ладья прочно стала. Ну, слона нужно быстрее куда-то. Она сейчас умрет. Да блин, ну как так? Что же? После матча с Кириллом у меня начались какие-то проблемы. Я заразился немножко. Творческой игрой? Да, ну точнее. Отсутствие. Что так. значит отсутствие? Ты взял зевнул. Отсутствие ума, ну я специально, я не знаю, что как-то облегчить ситуацию. Блин. Ну так. Ладно. Фигуры координируются. Фигуры. Ну слона быстрее куда-нибудь. О, да. Бей, не бойся. Зевнули. Так, ну все. Да, не выдержал он просто темпы. Это знаете, как в футболе. Вроде команда ничего не делает, но темп такой сумасшедший, что соперник не удержится и ошибается. Так, ну согласен? отлично. Есть победа. Первое. И кто же будет дальше? Так, ну я кинул ему реванш, но нам уже новый соперник. И это будет. И это будет. Так, ну все боятся. Нажмем на паузу. Все боятся. Играем. Не знаю, что за страна. Времени смотреть нету. Но ник очень странный. Бангладеш. Это там, где официально выращивают марихуану. Ну, не знаю. Но это очень бедная страна. Откуда ты знаешь? Ну, я знаю. Просто думаю, за доллар там можно полстраны купить. Слон F4. Ой, слон F5 же было. Слон F5. Ну, в принципе, Кирилл прав. Что достаточно удивительно. Что очень достаточно удивительно. Это заслуживает отдельного ролика, ситуация, в которой Кирилл прав. Так. Скрываем игру, но... Да слон G4, по идее. Постарался я оценить, опасно или не опасно, но, видимо... Так, ну ладья будет замурована, это был плохой ход. Блин. Чё-то я в дикой не форме. Всегда. А почему? Как всегда, да. В 98% партии я в дикой не форме. Ну, может быть, пуш под запись. Так, ну, а что если пойти вперед? Грозит C3. Ладья на H8 хороша. Ладья. Она стратегический просто запас. Все, ведем ферзя. Да, ведем ферзя. Вот эта партия будет хороша детям, которые только научились играть в шахматы. Вы увидите этот типовой прием, но, к сожалению, взять на проходе или... Нет, надо отжертвовать. Надо отжертвовать. Возьмем на проходе, просто я немножко посчитал и решил, что вот эта позиция... стратегически. Стоп, ты ладью не хотел съесть? Да, можно съесть ладью, в принципе, но можно... Это тот случай, когда можно не заметить. Можно было мат дать, нет? Да, но это тот случай, когда можно не замечать мат в один ход, потому что позиция настолько хороша,
Это когда вы уже ведете в футболе 10-0, уже можно даже пасы через центр давать. В косашку, не Я глядя. прав? Я прав? Ну, не совсем. Так, ну, американец посложнее. Позвал своего старшего брата. Сказал, меня обижают. Очень. Но, так, ну вот это лучше, чем... Вообще, как-то очень скучно он начал играть. Сушильщик из Америки. Нужно. Что Так, ты за он дал слоном 6, выбил? А6. Ну, слона вывел. Куда? Не знаю, да, но как-то все сухо очень. Засуха. Сейчас подменяется чуть-чуть ладья. Не будет еще суши. Но я не знаю, как здесь выдумывают что-то. Может, уже Так. выжертвовать наш дом? Отверждение меняем. Но отжертвовать мы всегда сумеем. Это, в принципе, наша отличительность. Так. Так. И Ну вот, зимний. конь на b2, мне кажется, будет плох, поэтому я меняюсь. Так, ну вот теперь ферзь a1. Так, ферзь a1, ферзь a3. И у нас пешка, но ферзь... Можно говорить слово жопа? Ну, ты уже произнес. Так, нам b2 главное не поставить ферзя. Блин, вот это стратегические опасности начались. Ну да, А и почему не Е4? Может, сейчас вот так пойти? Ферзь можно. Вот интересно, интересно. Выиграем ему фигуру. А после Да или Е4? нет? Е4, что ли? Или что считать-то надо ему? Я не знаю, что считать. Ну, пускай он показывает. Конь d3. Конь d3, да. Конь d3 надо находить На конь обязательно. d3, но на конь d3 нет ли хода? На конь d3 Конь может быть... d3. отдает. Подожди. Завечный шах отдает, так нельзя. А, там у нас ферзь возвращается на g7. Там Ферзь нельзя. силен, могучая фигура. Так, ну и сейчас хорошо бы второго ферзя. Блин. Нет, ничего, на f7 нельзя. На f6, например. Какие-то опасности начались. Надо Можно ферзей как-то поменять как можно скорее. коня на e5. Может, он поможет тут как-то защищаться. В оборонке. Блин. Не зевнит ли? Надо считать, но я не умею считать, и поэтому ситуация осложняется. Так, Ну ну я все, скоро это съел. он же флаг несет. Я уже все съел, мата не будет. Блин, зевнул. Сюда, сюда. Пошел. Ушел. Поставил шах. Не поставил шах. Теперь еще что со временем? Блин, не знаю, что происходит. Все, но сноси. Тут уже нужно сносить. Да когда же упадет? Но сейчас упадет, все, не надо. Yes! Победа! Ты слишком 3 подряд. эмоционален. Три подряд. Итог 10. 10 надо. Но с ним же не будем, надо Смысл следующего. Ждем на паузу. от этого все эмоции. Так, Ну, четвертое, но с ним же белым цветом. И... может, о, сделать пирцевские структуры, но будем играть на мат. F3. Так, H4. ну можно сжечь 4 начать. Ну, замкнуть надо, Вот, заткнуть все. замкнули, замкнули. Не знаю, что это за структура. То есть ты первый раз видишь эту позицию. H4, H5, слон H6. Да нет, конечно, я вижу ее 101. Просто... Ну все, слон H6, втыкай. Это же больно. Ну, наверное, достаточно больно. Это очень больно. Ну, надо... Стоп, стоп. Побей. Не понимаю. Ферзь опять там было. Ну, а чё ферзь опять? Ну, даст он шах, ну, я отойду. Все, 1-0, можно сдаться. Ну, не знаю. Так а что значит не знаю? Нет, Ну, конь зачем? f6. Конь f6? Да. Ну, и что? Ну, я не знаю, ничего Стоп, вроде. стоп, почему не g4? Ой, g5, g5. Так можно? А почему нет? Или вначале побить, потом... Ладно. Зачем? Матом же грозим. Так. Выбивай. Так, ну, трешечку пора сделать. Солнце 4 был. Вот сейчас слон c4. Да, ну сейчас разменный шаг, но это не Так, страшно. флаг снеси, флаг смотри. Блин, флаг. Все, и повел коня быстрее туда. На c2 не зевни. На c2 не зевни. Хорош. Конь g5 можно заносить смело. Стоп, не зевни ладью. Блин. Да, быстрее. Двойной удар. Ферзь, ферзь, есть ферзь. Пешку, пешку остановить, ладью зевнул он. Шах, и все, меняй, да бей ладью. Что ты Времени делаешь? много. Все, давай, да доставь там, она нормально стояла.
Да блин, он не туда пошел, я не знаю, По первой что. мат, пойди А3, пойди А3. Пойди А3, это единственный ее контр, ну, мат-тимный ход. Фу, Вот, это блин, я вспотел аж. четвертый вариант. Тяжело в пульку играть. Заканчиваем выпуск. Будете ждать, Заканчиваем? буду ждать люди второй части.